Сегодня 4 февраля 2018 года. На улице такая теплынь. Очень тепло. Наверное, плюс 10 градусов, а может и даже еще выше. Вот, я хочу сейчас сходить узнать, как добраться до Ай-Петри. Потому что меня не покидает желание. Если не покататься на лыжах, то хотя бы поснимать. Потому что я обожаю, конечно, эти зимние виды спорта, хотя я не спортсменка. На Ангарский перевал добраться, конечно, гораздо проще. Села на троллейбус и все. Тем более, это мой любимый вид транспорта. Там гораздо проще. Но там, говорят, сейчас лыжники не катаются. Поэтому снимать там, может быть, и нечего. Вот. Я сейчас узнаю, как на Ай-Петри доехать. Спрошу у водителей. Оказывается, дорога автомобильная на Ай-Петри не закрыта. Это очень хорошо. Значит, но народу туда в будние дни ездит мало на Ай-Петри, поэтому водители сказали лучше в субботу. В субботу, видимо, больше народу, и они в субботу работают так интенсивно, я так поняла. Даже не в воскресенье, а в субботу сказали. Лучше в субботу приходите. И они свозят и туда, и обратно за 1000 рублей. 500 туда, 500 обратно. Вот. Ну, понятное дело, что я как пенсионерка о своих льготах здесь забуду. А о чем тут речь? Придется 1000 выкладывать. Хотя я везде езжу бесплатно по Большой Ялте. Вот такие дела. Это очень хорошая новость, что дорога там открыта. Если там снежный занос, то они вызывают другие машины, там, внедорожник, и все равно довозят за ту же цену до Ай-Петри и до трасс, я так поняла. А, ну, канатка закрыта с 22 января до 1 апреля. В общем, я обязательно хотя бы один раз за зиму съезжу на Ай-Петри, чего бы мне это ни стоило.